Привет! Благодарю, что заглянули на мой YouTube-канал. Наверное, нет женщин, которые не любят заварных чайников. Ну, я вот тоже отношусь к любителям чайников. Но у меня их немного. Вот как вы видите, вот этот маленький чайничек. Я его когда-то покупала очень давно в Киеве. Вот здесь буква К и даже цена 3 рубля 20 копеек. Я их покупала 5 или 6 штук, но осталось у меня только 2. Ну и вот этот вот немного побольше чайник с каким-то богом на фарфоре. А недавно я купила вот такой беленький чайник. Долго он стоял в магазине. Вот я решила его купить. Почему его никто не покупал, я не знаю. Может быть, из-за цвета, что чисто белый. Но я так подумала, как можно его развеселить. Можно сделать декупаж из салфеток. А можно сделать из него кокетку. Вот я здесь приготовила реснички. И вот такие вот камушки у меня есть. Сейчас вот сюда вот наклею реснички и посмотрим, что получится. Как-то так получилось. Такая кокеточка. А с этой стороны вот даже родинка есть. Но это какой-то дефект в фарфоре. А получилось как будто родинка. Ну теперь на крышечку наклею стразики. Вот, как-то так. Какая милая кокетка получилась. С этой стороны также. Когда мне надоест этот образ, я сделаю по-другому.